don't forget me. Don't elevate this, don't elevate this. I'm on the smile, you let me know more. No rajis, when you be supporting on your own. Сегодня посмотрим, как Паша справляется с тестами на льду. У него там рождение на льду. Голый лед. И 8 комплектов резины, которые мы меняем вот здесь вот в гараже. Я вообще обожаю эту трассу, которая ведет к Ледовой. Потому что здесь можно отключить, если позволяет машина, стабилизацию и немного побалдеть по пути. Но здесь до конца не отключается, конечно, система стабилизации. Поэтому наслаждение тут минимум. Вот так вот покрутиться можно чуть-чуть в виражах. Такой в целом практически топ раллийный. Там вон ребята, шведы, проводят тесты параллельно нам. Где-то уже Паша крутится, вертится. Простая, вот сложное только ее исполнение. Надо удерживаться на льду на максимуме возможности резины. То есть не допускать глубоких скольжений уже, да, но и ехать при этом на грани, чтобы показать результат. Вот он катается. Все.